течение дней, или на ежедневный, на ежедневную проверку, значит, мест общего пользования, ну и всех тех общественных организаций, организаций, где возможно наличие, значит, ну, присутствие, соответственно, людей, большое количество и так далее. У нас сейчас 80 протоколов находятся в суде, которые подготовлены полицией нашего города, ну, соответственно, при рейде. И с большой вероятностью эти жители, которые не выполняют указ губернатора, будут привлечены к ответственности, то есть оштрафованы. Поэтому у меня большая просьба, Станислав Иванович, оденьте, пожалуйста, маску. Если вы себя плохо чувствуете, то, ну, я не врач, конечно, это врач вам должен рекомендовать, но тогда вам, конечно, необходимо обратиться к врачу. Потому что я сейчас очень волнуюсь, я вам сразу скажу, почему. Я нахожусь сейчас в противоречивой ситуации. Потому что губернатором на меня возложено, как на главу и оперативным штабом, ответственность по выполнению требований губернатора на территории города. Я присутствую при нарушении, и не отреагировать на это я не могу, Александр Иванович. Я не хочу, чтобы меня вынуждали, у нас мы уже пошли с одним депутатом такое, вынуждали приглашать сюда полицию, извините, цирк какой-то устраивает, аттракцион и так далее. Вы предлагаете мне это все отметиться? Я предлагаю вам выполнить требования указа губернатора. Я считаю, и я по себе сужу, что я не могу не сидеть, понимаете? Это не говорит о том, что я болею. Есть физиологические, понимаете, данные у человека. Если вы не задыхаетесь... Я задыхаюсь. Ну, задыхайтесь, а я не могу задыхаться. Потому что мое здоровье потом... Вы же не будете платить и оплачивать. Станислав Иванович, я сказал вам, не прекратим эту дискуссию. Если вы не можете, я уйду. Я не прошу вас уйти, я прошу вас надеть маску. Я не могу, потому что физиологически я не могу носить маску. Я задыхаюсь в ней. Понимаете? Хорошо. Я не могу. Я услышал вас. Я услышал. Поэтому, пожалуйста, приглашаю. Я сам считаю, что человека заставить маску надеть невозможно, просто его надо предупредить о том, что он рискует нарваться на административную. Нет, я... Пожалуйста, пригласите прокурора, пригласите... Я не буду приглашать сюда прокурора, я тогда сейчас попрошу вызвать сюда наряд полиции. Давай. Хорошо. Хорошо.